Всем привет и здравствуйте! Сегодня у нас в гостях лидер группы BTS RM, у которого вот-вот скоро выходит второй сольный альбом. Композиция называется Come Back to Me. Все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, вступайте, ставьте лайки и начинаем! Мое уважение, что отказался от папиросы. Кстати, самое начало, когда был только вокал, я на секунду подумал, что песня пойдет куда-то в сторону группы Enigma. Но потом заиграли септаккорды на гитаре, и, возможно, это все-таки что-то будет более мягкое и не настолько уж мистически загадочное, как я изначально предполагал. Sleep in her eyes. Come back to me like you used to do. Be what you be. I will roll you to moon. I forgot the hour. I don't wanna know about the hour. I forgot the shower. 세수할 시간도 아까워. You don't have to be, you don't have to be the anything you say. Try not to be, try not to be that something in this say. И интересно, что он сейчас не то чтобы особо поет, а скорее как просто рассказывает, слегка напевает. Такая, знаете, интересная комбинация из легкого речитатива и совсем не напряженного вокала. Можно было бы, конечно, отнести это к музыке жанра шансон, но не тот, который вы подумали, а именно французский, потому что звучит, опять же, достаточно легко. Судя по всему, человек рассказывает жизненную историю, которую, к сожалению, из-за отсутствия знаний корейского на должном уровне понять я не могу. Но при этом видеоряд дает много подсказок. Come back to me like you used to. Now I could see what a... Life is bad. I told you I'm fine tonight. Stay good. Spring's always been here. I will sleep in her eyes. В целом, теперь, когда в припеве вылезли все инструменты, можно поговорить и про них. Ну, во-первых, очень приятный такой бас, прямо слышно, как его пальцами перебирают. Далее, барабаны, опять же, умеренные. Сама композиция, в принципе, по звучанию, вы слышите, не такая прямо экстремально перегруженная, как мы привыкли в большинстве современной поп-музыки, а так достаточно легко звучит. Свист слева добавляет такого, не знаю, легкого, меланхоличного, слегка настроения. Гитара тоже приятно звучит, опять же. Все инструменты очень умеренные, каждый делает свою работу, и это прекрасно. Ну и в припеве он начинает петь, и опять же, очень легко, ненавязчиво, тут нет каких-то фантастических нот, там, в 200 миллиардной октаве какой-нибудь, ну, естественно, я утрирую, то есть, ну, настолько высоких или настолько низких, просто поет в удобной позиции своим обычным голосом. И это прекрасно. I forgot the hour. I don't wanna know about the hour. I forgot the shower. 세수할 시간도 아까워. You don't have to be. You don't have to be the anything you say.
Try not to be, try not to be. There's something in the sea. I told you I'm fine and I stay. И поскольку я очень люблю гитару, это мой основной инструмент, правда не акустика, а электро, но тем не менее, акустика очень камерно записана, аккуратно, то есть прям так серединисто-верхасто звучит, опять же низ тоже аккуратный, и само помещение, судя по всему, достаточно хорошо изолировано, ну, то есть звук опять же такой очень уютный, пытаюсь описать это какими-то словами без технических характеристик. То есть это не записано в каком-то огромном помещении, где вот эхо раскатывается, что вы сыграли песню, пришли через неделю, а эхо еще затухает. Нет, все вот очень уютно и компактно. И в конце еще электрогитара заиграла, такая немножко песочная, прям вообще красиво. Несмотря на то, что в песне идет общий мотив большую часть времени, иногда добавляются новые слои, иногда убавляются старые, в целом достаточно все ровно идет. И песня сама по себе более 5 минут, 5.30, то есть это вообще смелый шаг, который могут себе позволить только артисты большой величины, потому что в остальных случаях песня, которая идет больше 3 с копейками, вряд ли бы обрела популярность. Здесь же... легко слушается, ненавязчиво, вот мне напомнило именно тот шансон, который песни о жизни, вот, по крайней мере, слегка навеяло, не тот, который блатняк, а именно, вы поняли, те, кто поняли, песня хорошая, что еще сказать, добавлю в плейлист, буду слушать в момент, когда нужно успокоиться, просто подумать о чем-то, чтобы мозг не кипел постоянно, и предполагаю, что альбом будет такой весь более взрослый, что ли, такой. Сам по себе легкий, может быть, будет меньше агрессии, может быть, будет больше вдумчивости, но когда альбом выйдет 24 мая, тогда и узнаем. А пока что список бустеров. Спасибо, дамы, господа, товарищи, товарищесы, друзья, друзья, YouTube-спонсоры, донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, несмотря ни на что. Пока правильно, тепловая смерть вселенной не разлучит нас, пока ведущий жив, пока вы тоже со мной. Спасибо. Далее, бусти. Ранний доступ, дополнительный контент и много другого ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте, если хотите поддержать канал или, опять же, получить тот самый контент. Так что изучайте. Далее, MP Reviews, K-Pop новости, MP Entertainment музыка, телеграм-канал Хаб Локация по-прежнему Максим. И я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч, пока.